Характеризуя связь между обучением и психическим развитием ребенка, используют понятие «зона ближайшего развития». Это понятие введено Львом Семеновичем Выгодским для определения специфики развития человека. Выгодский считал, что развитие ребенка происходит через присвоение опыта в сотрудничестве. В любой деятельности ребенка можно выделить два уровня выполнения одного и того же задания – самостоятельное выполнение и выполнение в сотрудничестве со взрослым. Уровень первого выполнения называется актуальным. Второй уровень, более высокий, представляет собой зону ближайшего развития, которая определяется содержанием таких задач, которые ребенок может решить лишь с помощью взрослого, но после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к самостоятельному решению аналогичных задач.